Телефонная линия отключена, показания не принимаются. Сегодня в Красноярской энергосбыте закрыли прием показаний приборов учета. Напомню, по новым правилам теперь инспекторы, как раньше, не будут сами снимать показания со счетчиков жильцов. А люди должны самостоятельно передавать эти данные. Каждый месяц только с 23 по 26 число. Это можно сделать следующими способами. На сайте, по электронной почте, по телефону 8 800 724 57, в платежных терминалах платежка, в банкоматах Сбербанк, в почтовых отделениях связи и при личном обращении в энергосбыт. Многие красноярцы не успели подать данные, теперь им придет расчет по среднегодовым показаниям. В энергосбыте признаются, что не до конца отработали систему, в следующем месяце добавят еще один способ подачи через смс-сообщение. Но многие люди пожилого возраста переживают, что это не спасет ситуацию. Это издевательством над красноярцами такая форма приема электроэнергии. Это издевательство. Посетить Красэнерго, возможности передать данные по каким-то другим каналам, я не имею такой возможности. Или не умею этими пользоваться приборами.